Здрасте. Хуй. Прячь. Вот. Чип, корочка, задвинули. Давай уже. Лестницу слышим. Надо лестницу. Да, у нас да. Там еще очень интересные коробки лежат, надо тоже принести. Надо, да. Спасибо за вовремя открытую дверь. Понес. Благодарю. Очень аккуратно надо. Вот так, да. Раз, два. Задвигаем. Молодец, хлопать не буду, руки заняты. Утро начинается с транспортной компании СДЭК. У нас тут куча всего, что нужно отправить. Там, кстати, вон, походу, еще и очередь. Тут у нас вот коробочки с антеннами. Доставай сразу обе. Они все черные, их вообще не видно на фоне тут всего остального. Эти вот антенки пойдут в Питер, нашему драгоценному дяде Вове. А вот этот системный блок, шикарный, классный, игровой, который мы сделали для нашего подписчика из Нижнего Новгорода. Сейчас все это дело упаковано в пупырочку заботливо. Правда, тут уже где-то коцнули. Сейчас все это дело отправится в Нижний Новгород. Что, тяжело держать? Ну, погнали. Ну, собственно, все. Отправили мы наши посылочки. Едем мы уже практически мимо работы в сторону объездной. Погода портится, Мишан работать да, совсем не хочет. Такая же была с утра. Да? Мишан вообще не хочет работать. Я приехал когда на работу, вот этого всего не было. Ну а сейчас вот будем дворники включать. В планах у нас на сегодня перенастройка интернета. Мы когда отставили на коттедже на одном интернет вместе с телевидением от МТС. И тот населенный пункт, в котором стоят базовые станции, в общем, все базы там полегли. Там, ну, вроде бы и народу немного висит на них, но почему-то скорости там очень сильные просадки, и, в общем, клиент недоволен. Клиент попросил перенастроить антенну и поменять ему оператора. Я думаю, что это будет Теле2. Посмотрим. Там, в одной из прошлых серий с Пашей мы в этой деревне были, и мы там поставили именно Теле2. Вот это первое. А второе, то, что нам нужно сделать, это гарантийный выезд к одним нашим клиентам. Это все будет по пути. Им ставили МТС не так давно, Мишан с Пашей подключили им интернет с провайдером МТС. И женщина жалуется, который день говорит, что нет скорости. Интернет очень, говорит, медленно, очень плохо работает. Что у них там такое, фиг его знает. Больше ничего подсказать не может. Не думаю, что сильно просела базовая станция МТС-овская, но в любом случае гарантия есть гарантия, нужно ехать и делать. Вот. И по плану третьим пунктом у нас на сегодня идет славный город Суздаль, в котором одному нашему подписчику нужно потестить, в общем, ему нужна максимальную скорость. Он попросил 100 мегабит. Я очень сомневаюсь в том, что 100 мегабит мы вытянем с агрегации. Мы взяли с собой Kinetic, как вы любите писать. Мы взяли с собой Yoku, которая работает вот с этими коробками рогатыми. Взяли с собой рогатую коробку, которую я вчера протестировал на работе. В общем, коробка работает, роутер работает. Что получится, не знаю. Посмотрим. Вот, на работе у меня показал агрегация только у Мегафона. B7 плюс B7 он сложил, ну и там что-то там к 40 мегабитам поднял. Ну, понятно, что в два раза меньше было без агрегации. Поэтому приедем, посмотрим, сделаем замеры. Может быть, поставим, а может быть, не поставим. Вот. Вот наш Инстаграм. Снимаем сторис. Сейчас все вот то, что мы сейчас сделали в СДЭКах и на почтах, чем мы там вытворяли, все это есть в сторисах, можно посмотреть. Вот, подпишитесь. И кто смотрит нас впервые, кто на нас не подписан, добро пожаловать на наш канал. Лайк, подписка, коммент. Всех любим, всех уважаем. Ну и так далее. Компы собираем на заказ, антенну можем прикрутить, интернет. В общем, все что угодно. Звоните, пишите. Гвозди прибиваем, веники вяжем. Поехали, да, с нами. Ножи точим, шашлык жарим. Погнали! Прибыли на объект. Такой вот красивый домик. Вот. Мишан вспоминает пароль от сети Wi-Fi.
Не вспомню пароль. Не вспомнишь? Я себе налоги плачу. Надо архивировать, потому что все пароли, и все будет классно. Понимаешь, нет? У меня голова не узнает, как это делать просто. Не так давно мы вон тот дом подключали с Пашей. Вон тот дом. И как раз вот там населенный пункт за рекой. Там река идет, Нерль. И за ней населенный пункт. И там все базовые станции. Так что я думаю, что все будет хорошо. Все повернем, все получится. Где что, майка от МТС? Нам Теле 2 надо ставить, застегнись. На Сочи. Вот антенки висят. Очень аккуратненько, все в одном месте. Мишана, когда эти антенны ставили? Напомни мне. Холодно было. Ну, в прошлом году, да, наверное? Да. То есть год? До Нового года. До Нового года. Что там такое? Там? Не знаю, спустись, узнаешь. Страшно? Потом на этой тележке тебя вывезут в красном ведре оттуда. Не ходи, не надо. Такой шикарный интернет от МТС. Здесь вот полная шкала. МТС 4G. Вышка, ну, в принципе, вон она, ее видно. Интернета нет, ничего не открывается. Вот сайт пытаюсь прогрузить. Не, ни в какую. О! Ты смотри. Круть. Теперь я понимаю, почему он отказаться хочет от МТС. Потому что МТС вообще никуда не годится. Такова судьба, да, к сожалению. В последнее время. Мишан, вскрыватель чердаков. Погоди, надо животное убрать отсюда. А что им будет? Ну, ты сейчас прямо на него лестницу поставишь. Каким образом? Надо бы в этот уголок приложить. Чего у нас там? Там чисто, нам не надо обуваться. А он прям тут висит, даже с лестницы вставать не будешь. Ну, не буду. Видно, конечно, так себе, но оборудование вот оно. Сейчас я включу фонарик, чтобы вам все показать. Включай. Там не включается свет-то? Включается. Не, не включается. Не знаю, где свет включается. Вот. Что за это? Яркий-яркий фонарик, Миша. Ну что там? Ждем. Переключили все это хозяйство на Теле 2. Ну, вообще оно в той же стороне. Я думаю, может быть, чуть правее. Оп-оп-оп, не. Еще круче. Ну, огонь. Давай замер скорости. Это вам не МТС. Подожди секунду. Извиняюсь. Чего такое? Она этот не работает после, пока не открою заново программу. Спид-тест что-то, да, кстати, стал в последнее время плохо радовать. 18 пинг? Да ты чё? 36. Прыгает туда-сюда. Это сервер. Ну выбери нормальный. Ну давай, на наш любимый район мерим. 29, 30, 31, 32. Слушай, держит классно, что. Вместо 9-10 мегабит, которые были. Да, разница ощутимая. А обраточка? Ну, обраточка тоже прекрасная. Ну все, огонь. Слезаем. Вот и все. Мишан сейчас закончит регистрацию. И можно ехать дальше. Выбираемся отсюда, из этих зарослей. Ну что, доволен? Да. Все классно. Скорость получилась в 3 раза лучше, чем МТС. Во всем доме все работает. Кстати, на LG, на приложуху от LG ставится Kion. У него есть. Он работает? Да. Ну, классное приложение. Выбираемся. В начале видео я говорил о том, что мы еще заедем по пути в одну деревню здесь, где ставили МТС интернет. Клиенты позвонили, сказали, что все нормально, интернет заработал, поэтому, в общем, туда мы не поедем, а поедем еще в другое место. Нам надо забрать заготовку под системник офисный, который мы должны собрать одному из наших клиентов. И после этого поедем в город-герой Суздаль, где будем тестить, я надеюсь, если не будет дождя, будем тестить агрегацию. Вот как-то так. Вот приехали. Такие вот у нас домики, и уже видите, вот оптоволокно висит. Оптоволокно в каждый дом, говорит Ростелеком. Тут сейчас мы заберем системничек, заготовочку, и отправимся дальше. Тут по каждому дому уже идет со столба оптика. У них даже линия своя, вон отдельные столбики железные стоят. Вот такие дела, господа. Как здесь хорошо. Ты звонишь, да, что мы подъехали? Да. Яблочек нет? Яблочек нет. Вот она, Мишан, оптика, смотри. Видишь?
столбик собственный, на каждый дом уже по проводу. Да. Вы говорите агрегация, агрегация. Вот она агрегация где. 300 мегабит. Добытчик тащит. Ты чего туда заглядывал? Что-то оттуда пил? Что-то там или ел? А, проводочек. Ну что, огонь? Огонь, корпус огонь. Упади на бок его, а то упадет и будет не огонь. Ну а мы погнали в город-герой Суздаль. Вот выезжаем из Владимира. И буквально через пару десятков минут мы будем там. А Мишан все играет, все играет и играет. Вам завидно? Конечно! Так, давай я за руль сяду, а ты играй. А я не умею. Я научу. Вот, собственно говоря, место нашего назначения. Как бы нам тут, Мишан, запарковаться так, чтобы нам не мешать никому. Все, пойдем. Пойдем доставать 100 мегабит. За соточкой. Ну, в общем, приехали мы. Сейчас будем мерить. Может быть, сначала анализатором пробежимся? Зачем? Не хочешь? Город. Ладно. Нет, так нет. Так, достаем набор сим-карт. Пойдем. Ну, собственно говоря, даже телефоном, смотри, МТС Бан 7, ну, с огорода лучше. И Мегафон Бан 3 прекрасно работает. Сейчас посмотрим. Нормальные герои всегда идут в обход. И вот тут с этой стороны видно базовую станцию. Ну, вот она. Сушка 31. Прямо там. 26. Это чья? 2600 Мегафона нету. А не сушка чья, это МТС, может быть? Может быть. Давай МТС попробуем. Вдруг он нам сейчас сложит как надо. Плашка у нас стоит 74-55 в рогатой коробке для агрегации. И там складывает она 7+7, либо 3+7. Поэтому нам по-любому надо с тобой искать 2600. Плохая у него математика. Математика у него нормальная. Почему она не может по-нормальному 3+3 делать? Потому что... Ищем 7+7, либо 3+7. Мегафона нету. Давай теле 2. Давай. Смотри, у нас тут техпомощь пришла. А? Техпомощь ушла. Ты ей вопросы задаешь страшные. Да? Ну он же может знать что-то про агрегацию. Конечно, это же код. Он же агрегирует все время. Кс-кс-кс. Иди сюда. Кс-кс-кс. Ты смотри, какой тут жирный теле 2. 22. CNR антенна вот так висит. Просто антенна хорошая. Поднимай на базовую станцию, давай максимум вводи. И посмотрим сейчас. Вот, ну, может быть, это она как раз. Не, 22, это не она. Где-то там получается. Вот там. Замер. Ну, она что-то у тебя это попрыгивает. Вот так работает. Вот МТС. Минус 103. Минус 102. Сенер 14-13. Ну 26 24 29. Ну, тридцатка была. Не держать неудобно. 28. Если повыше поднимем, да, возможно, что-то будет. 29,8. 9 на обратку. Давай сейчас померяю. Подожди секунду, пожалуйста. Телефон ради интереса, что нам даст МТС. Да. Вот так работает МТС. Ну, с телефона. Меряю. А что дальняя базовая станция нам говорит? На улицу. На улицу пойдем. Блин, что тут такое? Камушек. Пусть. Ну, пойдем на улицу. Она там с пол. Вообще огонь. Слушай, может, она тут где прикопанная? Пойдем на улицу. Просто ради эксперимент. Внутри? Давай. Удмуртка в землю. Давай, пойдем. Смотри. Я в землю. Ты камеру наводишь, ты мне телефон портишь. Ну и чё? Ну ведь у нас же на каком-то доме, по-моему, вот там этот дом находится или вот там.
Большой дом мы ставили там нашему тоже подписчику интернет. У него как раз вот туда антенна смотрит, строго в ту сторону. Чё там? Ну! А может быть и соточку здесь мы словим? Не, очень тяжело так держать. Ну, короче, вот там получается. Вот здесь, с этого места, как раз у нас получится между домов, прям, наверное, туда. Во, 27 CNR. Так, где у тебя тут? Ну, он все равно как бы прыгает с туда на сюда. Так, мерим. Да нет, что-то это. По-моему, там было лучше. Да. Или ты увел сигнал? Ну, давай. Не, Мишан, туфта какая-то. Пошли на угол снова. Блин, слушай, разгоняется. Ну, 30, да, а она... было. Какой максимум у нас был? 40 с копейками. Да ну вот это она, просто навести надо и поставить под самый верх. Еще на Т2 мобайл мерим. Давай. 35. 40. 42, 45. 44, 40. Слушай, ну давай. Вот сюда и поставим. Еще одну базовую станцию нашли. Совершенно в другой стороне. Вот там. Туда и небо почище. И скорость... Да нет, Миша. Не-не-не-не, надо вот туда. Вот туда. В общем, решили мы ставить вот сюда, вот на это место. Но ставить мы будем панельку вместо вот этой. Потому что если мы поставим удмуртку, ее просто-напросто сфигачит снегом, когда снег полетит. А панелька даст такой сенер? А давай попробуем. Но панелька, это же узкополосная, а панель широкополосная. Она нам даст и 2600, и 1800. Не правда ли? Наверное, да. Собираем. Антенна Крокс, артикул 770. Это та самая антенна, которая у нас в одной из прошлых серий участвовала в тесте. Я ее аккуратно разобрал, все сложил, разложил, скотчем заклеил и приготовил как раз вот, видимо, на сегодняшний монтаж. Установили вот так, вот на это самое место. Как раз получается, я думаю, что все будет нормально, снегом ее не снесет. Подключаемся. Так, есть у нас с собой кинетик, есть у нас с собой вот такой роутер учебно-настроечный. Я думаю, что начнем мы с него. И вот так сейчас блок питания достанем и подключим вот на этот роутер. Рогатая коробочка 7455 внутри. Кабель. И вот там рога катаются. Рога нам не нужны, нам нужно все вот это. Собственно, весь комплект на тест агрегации. Ну что, кабель готов? Подключили нашу коробочку, сейчас по ней вытянем сигнал, сделаем замер как есть и потом подключим наш тестовый комплект. Ну, есть что? А-а-а. Как же так? Ведь все же было. Ну, 30, 28, 27, 30. Ну, Мишан, оно плюс-минус так и было. Ну, все, тогда давай подцеплять. Ждем обратку. Ну, обратка так себе. Хотя, в принципе, даже видос отправлять будет более чем. Всякие твичи, свечи и прочие фичи. Ты затянул? Ну, затяни на пару оборотов. Да давай. Перемеришь, да? Ну, плюс-минус, блядь, уже 20. Ну, что? Два здесь так работает. Попробуй туда. Повыше. В ту сторону. Сейчас меряю на свой телефон. У меня показывает 24,4. Ну чё? Чуть вниз. Поднастроить повыше хочешь? Ну давай так. Чё, ещё замер сделал? 24 на 11. Погнали, давай, еще попробуй. Один.
Подожди, давай еще один. Да нет, Миша, ну примерно плюс-минус к 20 мегабитам опять же. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ну, давай, соберем. Итак, комплект тестовый запущен. Висит наша коробка. Сейчас она нам покажет синий глаз. О, показала. Подключайся. Есть, сэр. Так, вот у нас меню нашего роутера. Нам сейчас надо зайти на модем, посмотреть, что он нам показывает. Показывает он нам CNR 25.6. Так, LTE диапазон. Сейчас не вижу, где. Все пропустил. Банд. Да ё-моё. Да где же? Я не могу одновременно в камеру смотреть и сюда. А вот. Ну, агрегации нет. Вот. Пока показывает один диапазон. Что только B7. Сделать замер скорости. Значит, на базовой станции либо нет агрегации, либо хрен ее знает. Ну, те же показатели, даже чуть похуже, чем были. 18, 19, 20, 21. И попробуем сейчас перезапустить все это еще разок, посмотреть, как подключится. Вчера на работе, когда все это дело собирал, в кучу шил роутер и все остальное готовил, я тоже запускал несколько раз. У нас агрегация на базе на нашей есть, на мегафоне. И он то запускается в агрегацию, то не запускается. Перезагрузишь, оп, два диапазона. Как-то очень интересно работает. Вот сейчас перезагрузим, посмотрим, как он подключится у нас, какой, в один или в два. Давай, смотри. Ждем. Ну вот, перезапустили, видим, что подключился он в один диапазон. Опять же, агрегации, походу, нет. Ну что? Давай померим. Давай. А что толку мерить-то, Мишан, если ее там нет? А вдруг ее как будто нету, она есть? Ну, там пишет диапазон плюс диапазон, когда она есть. Давай попробуем покрутить антенну. Ну, попробуй вот настрой на ту базовую станцию. Там же есть еще одна. Вот вам и вся агрегация. Что и требовалось. Запятую перенесем потом. Доказать. Давай мегафон. Или МТС. Мегафон 2600 нет. МТС. Проведем радиоразведку. Ну вот. Теле 2 у нас вот там. Прям огненное сигналище просто. Причем и там тоже есть. Он везде, я говорю, тебе... Со всех сторон. Суздаль. Давай посмотрим 2600. А вот с 2600 тут большие проблемы. Ну, МТС тоже где-то там. Тоже где-то в той стороне. Пойду я посмотрю, что за базовая станция там с огорода стоит. Тут вообще где ни иди, везде есть сигнал. Так, здрасте. Здрасте. Я не мешаю? Не, не мешаете. Так, это у нас Теле 2 получается. Короче, вот так. И где-то вот там вдалеке чуть-чуть виднеется мегафон. Ну, точнее, йота. Вот у нас мегафон. Поставили мы, сняли Теле 2. Оператор мегафон. Работает он тут только в третьем банде. LTE. Ширина 10 МГц. И по скорости он нам что выдает? Ну-ка, давай. Понятно, ну, что агрегации никакой тут особо это не же, будет. Это же не прибор. Ну, вполне себе. Блин, сейчас только 40 мегабит показано. Слышишь, как я подхожу с камерой? Я так больше не буду смеяться. Ворона, да. Давай МТС. Подожди, попробуем. Вот не наводи камеру. Просто ради интереса. Я отойду даже подальше. Сколько? Посмотри. Слов нет.
Отдельный антиреспект китайцам за то, что в таком неудобном месте разместили место под сим-карту. Мои туда пальцы не лезут. Ну, а еще меня жирным называют. А я вообще-то про пальцы, а не про брюхо. У тебя пальцы толстые, все в пальцы ушло. Давай. Жрешь нормальный пальцы. Руками. Ну, что нам моторно-тракторная станция подскажет? Покажет. Ух ты, шикардос. В агрегации? Че-то какая-то фигня, Мишан. Где-то кто-то нас обманывает, походу. Неинтересно. Ну чего? Обычный мегафон с 1800 с модемом и все. Теле 2 со двора, может быть, попробуем. Теле 2 со двора, но... Потому что та вышка, которая там, от нее в анализаторе... Теле 2 мы не смотрели. Может быть, она сложит их? Не знаю, короче. В общем, мы тут думали-думали и придумали, что, скорее всего, это никакая не другая базовая станция. По номерам с тобой не смотрели. Возможно, это та базовая станция, которая просто с загородом стоит, она вот от дома отражается, мы ее ловим. Сейчас роутер разобьешь. Да? Не хочу разбивать роутер. Хоть он и китайский, но мне нужен. Смена дислокации у нас. В общем, перешли мы на заднюю часть. Дома антенну повесили, базовая станция. Вон, вот она. Будем попробовать. Что-нибудь есть? А, ты уже прям подключился сразу? Ну, не густо, но и не пусто. А в каком диапазоне? B7. B7? Ну, Синер не 30. Ну, зато стабильно работает. Не 30-ка Синер? Ну, показывает вот анализатор прям четко вот на нее. Покажи, дай показания гляну. 22,2 Синер. Но сигнал-то прям огненный. Агрегации нет. Беда. Попробуй, посмотри Синер. С этой агрегацией. 22,2, вижу. Но он не переключается, я не вижу. Надо обновлять. Сейчас я посмотрю. 21,4. На, держи. В общем, сделали мы ход конем. Намерили это я вот так вот делал. 40 мегабит. Включили мы прямо вот так. Нам надоело бегать с этими антеннами. И включили мы это все дело на кинетик. Так и что мы имеем? Вот теперь агрегация. Вот теперь агрегация. Слушай, от роутера зависит, оказывается. 71. Ждем обратку. Ну, обратка, блин, вот какая-то все равно. Ну, хотя да, это же на эти маленькие антенны. Что, попробуем с тем же комплектом сзади дома? Ага. Потащили. Сейчас оператор идет. Вот Теле 2. Ну, в общем, собрали так же, только сзади. Ну, прикрутили прямо вот так. Сейчас, подожди, он этот переключится. Она еще, наверное, не запустилась. Сейчас он переключится. Вот, сейчас вот так прикрутим прямо на саморезы. Оставим, розетка есть. Роутер также в пакете, чтобы не промок. И все, и будет конь. Заодно можно будет продавать... Вон той гостиницы интернет. Пошел в разгон. 48, 45, 46. Ну, антенна не настроена. Ну, как бы это. Хотя да, что тут? Какой настройки антенны может идти речь? Ну, давай я вот так сделаю. Возьму в руки ее и вот так вот подержу. Знаешь, как сделаем сейчас? Мы еще вот так сейчас я. Вот так. Блин. Вот ее хватанул в руки, агрегация кончилась. Вот так. Давай. Сделали вот так и вот так. Не, спереди однозначно было лучше. Спереди оно без агрегации лучше работало. Переносим наперед. Говновышка. Переносим наперед? Да, сейчас, подожди, секунду, еще разок. Надо зайти на интерфейс роутера и посмотреть. Что здесь происходит. Вот 40. 38, 39. Пойдем еще раз по сторонам. Потащили, выключая из розетки. Перешли наперед, снова положили все на окошко. Он опять отрубился. К
что? В общем, тестим вот так. Вот у нас интерфейс кинетика, вот у нас CNR шикарный, 24, ну 27 только что был. Вот у нас агрегация работает B7, подожди, я сейчас его плюс B3. По CNR посмотри, вот так лучше будет. Да Мишан, да не надо. Потому что он, ну, ты мне скажешь, мне надо. Ну, 18, она там лучшего окошка, она от окошка отражает. Ну, 26. Смотрим, вот у нас несущая первая. Это у нас B3 получается. А чё, вот смотри, Cell ID. Это вот номер вышки? Это номер сотый. Найди вышку. Где у нас вторая несущая? А вот несущая 2. Ну, в общем, что, идем на замер. Вот она наша агрегация, которую мы так долго ждали. Смотрим. 25. Вот что это такое? Вот она отрубилась. Вот. Переключился в агрегацию. Как-то так оно и работает. Непонятно почему. Все, никак я не пойму. Ну вот они агрегируют активно. Одна активна, вторая неактивна. Короче, пошли за антенной, ставим, подключаем. И все. Все равно у нас все сигналы были отсюда. И мегафон, и все, что хочешь. Я пошел за антенной. Ну, в общем, собираем в обратном порядке на то же самое место. Держи. Кронштейн на базе. Цепляем антенну, подзаряжаемся маленько. Что тебе дать? А ключ на есть. Да. В общем, у нас выяснилось, что вот этот блок питания, который от Йоки, он просто не вытягивает кинетик. Вот. И в тот момент, когда начинается разгон, роутер у нас уходит в перезагруз. Перезагружается и, короче говоря, все отрубается. Сейчас я это поберу и достану кинетикоски родной. Ну не томи уже. Не покажу. Не томи уже. Вот ты сейчас все испортишь. Ну конечно, моя камера, я понимаю. Вот смотри, вот оно у нас пошло. 3, 2, 1, пуск. Погнало. 37. Все, ты все испортил. 55 было. Ты все испортил. Ну как так? Ну вот как так? Давай еще раз, вот прям вот в прямом эфире. Ну, короче, вот отойди она. Отойди отсюда. Агрегация агрегирует. Я отошел подальше. 7 вот. Мегабит. 10. Все, что ли? Агрегация закончилась? Тут фишка в чем? Агрегация включается, когда нагрузку видит, я так понимаю. Она не всегда активна. Потому что, ну, судя по скорости, вот она в него упирается в какую-то цифру, дальше идет, вот видите? Ну да, но такое ощущение, что пинка дает, подхватывает и погнало. У него чуть-чуть меньше, и погнали дальше. Она как не в постоянном режиме. Давайте сервер поменяем. Давай. Все. Крайний замер. Да вот непонятно. Непонятно. Только что было. А давай я подключусь со своего телефона и буду смотреть, активно, неактивно. Вот со своего телефона я зашел в настроечки. Это у нас 25 CNR-чиков. 25 децибельчиков CNR у нас. Вот у нас две несущие. B7 и B3. Активно у нас несущие 2600. Это у нас неактивно. Ну давай, погнали. Замер скорости. Вот у нас сейчас обе несущие активны. Вторая подключается. То есть получается у нас основная идет B7 и подрубается B3. 52 мегабита. Ну, обратно, ну, то есть я скорость какая. Выключаю, и он должен сейчас... Все, вот она отключилась. Так вот она работает. Теперь мне хоть чуть-чуть самому понятно, как эта херня функционирует. 62, 72, 70. 65. Ну, слушай, все. Раз, два, три. Продано. Кинетик молодец. Приступаем к монтажу. Ты тогда иди в дом, давай. Я тебе все из окошка подам. Хотя мне тут остался только роутер, блок питания. Уличные работы закончены. Антенна на месте. Все четко, аккуратно, красиво, надежно и не отвалится. Какая красота. Аккуратненько, классненько.
Только стену я запоганил. Ну, потому что тут же обои, под ними штукатурка и все остальное. Там вот столько. Ничего в этом страшного нет. Ну, главное, что это. Все повешено, все классно, четко. Погнали. Наши городские. Знаешь, что надо? 35, 37, 39. Да, знаешь, что надо сделать? Надо киношку включить в Full HD. 42 мегабита на загруженной базовой станции вечером в Суздале, где базовые станции крайне от нее сидят, ну, все деревни. Это да. Шикарно. Сейчас, погоди, я что-нибудь в Full HD запишу. Давай. Да вон богатырей, запусти Full HD и все. Вот, тут нет Full HD. Богатырей давай, во. А тут тоже нет Full HD. О, давай. Че, погнали на тест? Обе несущие активны. Спид-тест. 3, 2, 1, пуск. 23 пинг. Ну, тут еще и остается, еще и загибает, смотри, это как себе. Это момент загрузки фильма, да. Ну-ка, открой. 64, 66, 67. Огонь. Ну-ка, фильмец-то у нас крутит. Куда он денется? Где он там? Ну, фильм идет у нас. Фильм с закачку на опережение в Full HD. И 60 мегабит еще остается. 50 по итогу. Шикарно. Более чем. Смотрим сухой остаток, который у нас через несколько стен, с полной потерей Wi-Fi, с одной палочкой. Компьютер уже начал 16 мегабит, закачку. 17, и компьютер уже начал закачку. Ну, слушай. Ну, Wi-Fi нету здесь совсем. Сейчас, погодите, я погляжу, что тут. Ну, что там? 4 мегабита. 4 мегабайта, это в мегабайтах скорость. Ну-ка, пересчитай в мегабиты. Ну, вот, можно в мегабайтах замерить. Довольно быстро качает. Только запустили, уже 200 мегабит, мегабайт. Будешь замерять? Ну, там надо замерить. Я смотрю просто, как он будет этот. Ну, короче, все довольны. Работать. Все классно. Пойдем померяем там. Ну, если ночью поставить, он прям залетит на ура. Ну, ночью-то да, конечно. Снова до темноты. А этот куриц стоит. Садись уже, поехали, хорош там разгуливать. Ну, наконец-то. Ты знаешь, который час? Какая разница? Сколько времени? 9 часа. Мы с тобой герои труда сегодня. Угу. А мне еще серию монтировать на завтрашний день. А мне еще математику делать. Видишь, ты своей математикой. Замерчик. Что у нас в сухом остатке на улице? Ну? Нет. А, ну, вот и агрегация сагрегировала. В общем, короче, разобранную сеть поднимает вот так. 35, 34, 33. Ну, наверняка вот уже... Начало разобрано. Наверняка уже в доме сейчас кто-то что-то качает. Кто-то что-то качает. Вот. Все. Погнали домой. Все, одна поехали. Секунда, и мы на месте. Поехали. Приехали. Мишан. Воспитательница. Да, Мишан? А. Что ты там смотришь? Воспитателя изучаю у своего ребенка всю подноготную, надо знать кто, что, зачем, во сколько, почему, с какой целью. Серьезно? Абсолютно. Часы, конечно, врут, но показывали они сейчас только что, что-то около 9 часов вечера. Ну да, так и есть, 20:49 московское время. Мы наконец-то закончили нашу работу. Еще не закончили, мы еще только подъехали. Ну, нам вот разгрузиться осталось, все унести. Унести заготовку системника, унести все коробки. И все. А мне еще серию монтировать. Я весь стекловатик, прям меня это всего. Ну, у тебя дома есть горячая вода? Ты сейчас отмоешься. Ну, сегодня есть, вчера не было. Ну, так вот, дорогие друзья, усталость уже сказывается. Абсолютно. День был сегодня очень длинный, протяженный. Еще он телефон до сих пор звонит, надо дверь закрыть, чтобы не звонил. Поменяли сегодня оператора нашему дорогому клиенту. Что мы сейчас сделали?
заготовку под системник взяли и сделали агрегацию довольно неплохую, вполне себе достойную, в славном городе Суздале, где вышки загружены. Да, в прошлый раз на последнем объекте в Суздале, когда я устанавливал антенну, там получилось всего 26 мегабит достать по скорости. А здесь... Потому что абонентов все больше и больше. Хоть и оптика есть, но вокруг Суздали тоже куча частного сектора, да и в самом городе Суздаль тоже очень много частного сектора, куда Ростелеком просто не тянет ничего. Поэтому вот так. Получается, как получается. Это был наш подписчик с Инстаграм, он задавал вопрос уже не раз. И вот сегодня настал тот день, когда мы ему сделали. Ну, конечно, он хотел сотку, но сотки там реально нет. Его просто нет. 76. Ну, до 76 оно поднималось. Вот соточки не было. Ну, в общем, все сделали, все классно. Снимали сторисы. Вот ссылочка на Инстаграм, обязательно подпишитесь. Также, кто впервые нас досмотрел до конца, спасибо вам за это огромное. Подписывайтесь, лайк, подписка, коммент. Всех любим, всех уважаем, обожаем. Так, дальше когда? И пора домой ехать. Честь имею, всех благ. Все, до новых Живите встреч. Живите долго и процветайте.